Более 3 месяцев в Десногорске проходил конкурс детского литературного творчества «Лишь слову жизнь дана». Начиная с января, любой школьник мог заявить о своем литературном таланте. По итогам заседания жюри, которое состоялось в апреле, были отобраны лучшие работы. Завершающим этапом стало награждение победителей, призеров и участников. Именно в честь этого события авторы лучших произведений собрались на этом литературном празднике. Школьники сами читали свои произведения вдохновенно и пронзительно. А зимой закружит снега, заметет, запорошит пурга, и дорогу опять заметет, и река вновь оденется в лед. В тихом домике пахнет теплом, пирогом и парным молоком. Собирается там семья, нас встречает бабуля моя. Одна из литературных работ «Молитвенное русское слово «хлеб» как символ счастья» была отыграна театральным коллективом «Гном». Юные актеры настолько вдохновились сочинением 9-классницы Юлии Лебедевой, что смогли своей игрой очень точно отобразить посыл автора. Колдовские манят к себе яркие витрины торговых центров и броские вывески на небоскребах. И как признается автор этого глубокого по содержанию произведения, была проделана ответственная и основательная работа. Мы очень много думали. Мне помогала классная руководитель Татьяна Алексеевна. Большое ей спасибо. Писали мы сочинение довольно долго. Мы много переписывали, но пришли к хорошему результату. После того, как лучшие работы были прочитаны со сцены, школьников ждала заслуженная награда за свой труд, памятные дипломы, благодарственные письма и книги. Виолетта Ефименко, Александр Ерофеев, Светлана Разганова, Десна ТВ.